Всем привет, мои друзья! Снова с вами Макс Травар, и вы в жарком Вьетнаме. И сегодня мы едем в парк развлечений Винпёрл. Посмотрим, стоит ли туда ехать, сколько это стоит и насколько там интересно. В общем, не переключаемся, ставим лайк и погнали! Мы добрались до стартовой точки, откуда отправляется, можно сказать, шаттл на канатной дороге Винпёрл. Это вот такой Винпёрл парк. И на канатке мы сейчас поедем, помчимся развлекаться. Когда ты очень любишь много заборов. Билеты Винпёрл вы можете купить везде практически. Стоимость 950 тысяч местных на 2024 год. За мной есть прямо отсюда же и стартует канатная дорога. Есть касса, вы можете ее купить. Можете по пути купить, могут вас и таксисты остановить. Так что не парьтесь вообще с билетами. 950 тысяч на человека. На выходные вроде как еще и кормят. Дают ваучер на 150 тысяч. А также можно просто прокатиться на канатной дороге за 100 тысяч. Когда ты любишь очень много ходить по этим заборам, что за бред? Людей нету, а ты все равно прешь. Пипец. Ю-ху! Лили, ты боишься? Да это вообще, ребят, я вам не советую. Винпёрл не стоит ни денег, ни развлечений. 10 лет жизни. Лучше бы зайти в эти фильмы, я что-нибудь там. Это мой первый Винпёрл. Интересно, интересно. Чем-то похоже опять на Венецию, на Италию. Здание есть, здание построено, но все внутри видно еще пустое. Очень забавно и странно. Для чего это все? Ну, красиво. Все равно красиво. Фильмы снимать. Может, для фильмов? Фильмы про сказочных принцесс. Вот здесь прям смотрите. Давай начнем снимать уже фильм. О, боже. Конечно, после Италии нас уже сильно не удивишь. Ну, Италия, я имею в виду, на Фукоке. Но все равно здесь достаточно интересно. А, кстати, если вы не видели серию с Фукока, то обязательно зайдите. Оставлю под видео ссылочку. Парк развлечений Винпёрл. Мы пришли в него. Давай, Далин, мочи их все, бей, 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 бай! Здесь еще есть и аквариумы, и зоотеррариум, где можно увидеть различных интересных видов. Здесь прям лимонного. Офигенно, смотрите. А здесь должно быть шоу, девушка спустится в виде русалки. Вот так вот. Блин, ну интересно, да? Мы такое в Барселоне с тобой ходили, помнишь? Такой же есть в Москве, так что, ребят, ничем не удивительно, кто живет в Москве или даже в Сочи. Это мы тут. Очень круто. Сейчас как начнем, как закатимся. Главное, что есть детская, это значит, жену с ребенком вставляешь здесь, а сам пошел по парку гонять. Нормально, так весело. Надо кататься. О, тема, это мне туда. Ну что, крутяк? Вот это я понимаю, веселье безудержное. А главное, тепло, хорошо, уютно, комфортно, просто вау. Так, хочу на этой штуке еще. Как не
мешок картошки. Едет. Кто-то едет. Вот это было прикольно. Ты ехал ровно 30 секунд, даже меньше. Жаль, не разрешают кататься с GoPro. Но попытаюсь передать вам эту атмосферу. Здесь очень круто. Здесь нету народу, здесь не надо ждать очередей. Просто ходи, гуляй, тусуйся, развлекайся. Это шикарно. Да. И пляжик здесь, друзья, зачетный. О, вон горочки. Хочу туда побродить. Здесь и водник есть нормальный, можно, видно, покататься. Ну и пляж шикарный. Вау. Водичка наичистейшая. Парнишка приготовит нам что-то очень-очень вкусное. Смотри, что у папы покупает. Смотри, вот. Конечно, немаловажно, друзья, чтобы вы могли еще, помимо того, что заплатили 950 тысяч, чтобы здесь недорого было поесть. Вот иногда, например, выходные, те дают еще билет на питание на 150 тысяч. Но также можно купить, в принципе, шашлычки из курицы, сосисочки. Стоят они, кстати, нормально. Ну, чуть, может, дороже, все же мы в парке аттракционов. Ну, за 140 тысяч, за $5 сможешь покушать. Это вы увидели аквапарк. А сейчас мы пойдем посмотрим еще парк развлечений, что здесь есть у нас. Ну и повеселимся еще на славу. А это шоу-программа, друзья. Еще и у нас здесь маскарад. Здесь есть и зоопарк, друзья. И та-дам, фламинго. Мы будем гонять на таких тележках. Нас будут затаскивать сейчас на самый верх. И мы поедем в самый низ. Зарядились. Нас пристегнули, прицепили. И сейчас погоним. Это, кстати, входит в стоимость. И в Далате у нас была такая возможность, чтобы прокатиться за 250 тысяч. Хорошо, что мы не поехали. Потому что сегодня это входит в стоимость. Наш первый подъем. Кстати, я катался в Красноярске на такой теме. Интересные тележки. Здесь есть тормоз. Ты от себя отталкиваешь, и он тормозит. Ты от себя толкаешь, он тормозит. В общем, достаточно легко, интересно. Но все рассчитано так, чтобы ты не вылетишь все равно. Если только догонишь следующего оппонента. А нам ехать прямо на самую верхнюю точку, где вы видите буквы Винпёрл. Не, вообще нормально так, знаете, кайфово, но понимаешь, что одного дня на всю эту движуху не хватает. Реально очень много еще всяких вещей, которые можно было походить, аттракционов, а уже мы приехали в 10 часов, уже 5 часов вечера, друзья. Аквапарк очень много времени, естественно, забрал. Смотрите, какой шикарный вид. Очень классно, конечно. Только впереди оппонент не хочет гонять. Но есть правило 25 метров. На самом деле малюха скучновато, потому что люди впереди едут не быстро, и поэтому приходится просто катиться, наслаждаться видом. Здесь, кстати, есть зиплайн, и он бесплатный, то есть входит в стоимость билетов. Но сразу, друзья, когда приходите в этот парк, сворачивайте направо, и тут есть за мной такой ларечек. Тут надо записываться по времени. Но все равно круто. Детские площадки. Даже детские скалодром. Вон парень залез на самый верх. Я решил катануться еще раз. И смотрите, как классно. Такая погода великолепная просто. Ю-ху!
Сейчас будет там тоже юбка. Аттракцион паровозики, друзья. Пришло время. Жесткий паровозик. Ну что, такой нормальный. Впечатляет. Парк, конечно, очень разнообразен и будет интересен особенно детям, либо с детьми. Как сейчас мы видим, танцующие фонтаны позволяют насладиться красотой и колоритом Азии. Из рекомендаций Винпёрл лучше, конечно, идти рано-раненько утречком, потому что вы можете все не успеть. Как и мы, например, не успели посетить колесо обозрения, либо полноценно насладиться зоопарком. Вообще бы хорошо бы посещать его в течение 2 дней. Тогда ты мог бы насладиться и попробовать все, что есть в этом парке. Друзья, не забывайте, что мы находимся ближе к экватору, и здесь всегда садится солнышко ровненько в 6 часов, поэтому уже день становится более короткий, не так, как в наших регионах. Сейчас мы на последнем представлении, финальной ноте нашего дня в Винпёрле, где увидим интересное шоу-программу с группой людей, с хорошей музыкой, а также интересным 3D-представлением на самой центральной площади. Приятного просмотра. Итоги. Винпёрл стоит посетить. Не так это дорого, очень много интересных всяких развлечений. Можете приезжать сразу в Ночан, здесь потусить в Винпёрле, потом поехать путешествовать по Вьетнаму и не будете тратить деньги на остальные развлечения, потому что здесь это все можно будет попробовать за один билет. Круто, весело, интересно. Даже просто приехать вечером сюда на канатке за 100 тысяч – это интересный вечер. И, кстати, расскажу лайфхак. Вот здесь можно увидеть даже шоу. Начинается она в 19:30 до шоу. Так что можете еще и сэкономить. Зачем ехать на Фукок, если есть друзья, смотрите. Остров Винпёрл, отлично. Где же белые пляжи? Где же медузы? Та же еда, и посмотрите, такое все гораздо новее. Так что все. Мы поняли, в чем фишечка. Это Нянчан, друзья. Вьетнамская фишка. Вот только сюда. Залетаем. Тебе сет для супа. Отличный вариант. Прямо так хорошо. Вот что сказать опять хочется про азиатов. Они реально молодцы. Смотрите, какой выбор. Сосисочки. Тут делают корн-доги. Это все подключено к электричеству. Есть канализация и есть даже вода. Делают они коктейли, делают они еду. Вот такие холодильники. Все это привозное, отвозное. Но главное, все это подключено к системе. Можно сказать слово? Значит, смотрите, вот у меня спрашивает Ира, говорит, почему здесь так все похоже на Италию? Я говорю, а как сделать? По-белорусски? Чтобы тут картошка лежала? Ну, а так красивые фонтанчики, вот такие вот красивые вот памятники, там, статуэточки. Точка. Заканчиваем съемку.